В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости собрались десногорцы, чтобы встретить светлый праздник. Тот день, когда над пещерой ярко засияла Вифлеемская звезда и указала путь к новорожденному младенцу, мудрецам-волхвам. Ангел Небесный возвестил им великую радость. Иисусу суждено стать Царем Небесным на земле. С тех пор все христиане отмечают этот великий праздник. В этот день повсюду стоят украшенные ели, символизируя евангельское древо, горят свечи. В десногорском храме праздничную литургию провел епископ Росхарский и десногорский Милетий. Маленькие прихожане храма во время богослужения исполнили рождественские песни и колядки. Рождество – праздник тихий, мирный, духовный. За столом собираются только самые близкие друзья и члены семьи. В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками и загадывали желания. Считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно должны быть добрыми.